понимаю. Сейчас я вам расскажу о разных перкуссионных инструментах. Это бубен настоящий, шаманский, привезен недалеко от Алтая, город Красноярск. Вот, звучит он примерно так. У нас он мало распространен. Это, можно сказать, бубен, только на котором играют пальцами. Старый добрый обычный бубен. Под разными углами разный звук. Рунами расписывал я сам. Так, следующий инструмент — это турецкая дарбука. Сделан из металла и пластика. Имеет такой характерный высокий звук, и на нем хорошо делать разные украшения. Вот. Есть интересный инструмент похожего толка. Называется джемба или джемби. Это африканские барабаны уже. Ой, маленький джамбейчик. Такой походный вариант. Барабаны. Купил их в Индии. Это двойной барабан. С одной стороны высокий, с другой низкий. Имеет характерный такой укащий индийский звук. Такое развлечение.
Все.